Очень-очень хочется поделиться впечатлениями от раскрашивания открытки «В цветах оседает небо на землю». Вот так интересно постараться раскрашивать именно вот, как здесь написано, цвет воплощения мечты. То есть это вроде как написано, каким цветом раскрашивать, но с другой стороны какие-то определенные цвета и не даны. То есть я так почувствовал, что это дается настроение, с которым раскрашивается, в котором обязательно получится все. И вот именно в этом настроении подбираешь карандаши, ну, свое рабочее место организуешь, и просто так радостно и легко проходит раскрашивание. Так очень-очень здорово, мне очень понравилось.